Акция «Дорогой добрых дел» уже несколько лет реализуется совместно администрацией Одинцовского городского округа и благотворительным фондом «Счастье жизни» при поддержке местного отделения сторонников партии «Единая Россия». В этот раз новогодние подарки получили дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в Одинцовской общеобразовательной школе «Надежда». Благотворители подчеркнули, что всегда готовы протянуть руку помощи всем, кто в ней нуждается. В преддверии новогодних праздников невозможно забыть о детях, счастье которых зависит от неравнодушия взрослых.